Один из наиболее популярных китайских товаров в мире – мобильный телефон. Наибольшее количество произведенных в Китае смартфонов закупает Индия. И хотя китайские марки совсем недавно вышли на индийский рынок, там их уже хорошо знают и любят. Почему? Ответ на этот вопрос в нашем следующем репортаже из цикла «Люди, продвигающие строительство одного пояса, одного пути». Индия – вторая в мире страна по количеству населения. Здесь почти 900 миллионов пользователей мобильных телефонов, но только 45% из них используют смартфоны. Огромный потенциал этого направления привлекает все больше крупных компаний и розничных торговцев. По всей Индии открываются небольшие лавочки, торгующие смартфонами мировых марок. Индийский рынок растет очень быстро. К нам приходит все больше иностранных производителей. Раньше крупные компании не проявляли желания сотрудничать с такими маленькими магазинчиками. Они думали, что и объемы продаж у них небольшие. Но потом, ознакомившись с фактами, они начали менять свое мнение. Малик Раджив занимается оптовыми поставками мобильных телефонов в Индию. Говорит, что долго искал в разных странах проверенных поставщиков, товар которых идеально подходит для индийских потребителей. У людей в разных странах разные привычки, а значит и требования к телефонам разные. В Индии, например, люди любят громко слушать музыку на улицах, поэтому нужны мощные динамики, ну и батарейка, чтобы подольше держалась. Именно китайские телефоны оказались идеальными как по техническим характеристикам, так и по соотношению цена-качество. Индийские телефоны немного дешевле китайских, но качество у них значительно хуже, поэтому многие предпочитают китайские марки. Китайские телефоны очень хорошо продаются, не очень дорогие и качество хорошее. Производителям из других стран трудно конкурировать с китайцами. Большую часть китайских телефонов поставляют по воздуху из южно-китайского города Дунгуань на общий склад, а дальше развозят по магазинам. Плюс недавно на юге Индии свой завод открыл один из крупнейших китайских производителей смартфонов. Теперь аппараты собирают прямо в Индии, что значительно снижает их стоимость на местном рынке, а значит, делает еще более популярными. Юлия Жень, Шэньсинь, CCTV.